Друзья, грибной сезон начался. Это шампиньон. Собиралась еще вчера вам показать, но пока добралась к нему, он уже постарел. Говорит о том, это говорит о том, что хватает влаги, хватает тепла. И вот началось. Если начали здесь, значит, в лесу. Но шампиньоны обычно растут не в лесу, а на полях. Они точно есть. Такая прекрасная розовая шляпка. Шампиньон, который растет в природе. Так все понятно. Намного вкуснее, ароматнее. Даже один шампиньончик я нахожу, бросаю в суп, и есть аромат шампиньона. А жареный шампиньон имеет прекрасный вкус, вообще замечательный, ни с чем не сравнимый. Так что весенний грибной сезон начался. Друзья, кто забыл подписаться, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, кликайте на колокольчик, ставьте лайки. До новых встреч!